Меня зовут Владимир Быстров. Мы находимся в хозяйстве компании «Проагротех», Аркадакский район, Саратовская область. Хозяйство обрабатывает 10 600 гектар земли. Из них 2000 гектар земли в этом году озимая пшеница. Также мы сеем подсолнечник, яровые культуры, яровую пшеницу, ячмень и кукурузу. Мы выращиваем озимую пшеницу по пару, по интенсивной технологии. Мы вместе с сеем вносим 100 кг амафоса. Весной по мерзлоталой мы разбрасываем самолетом 100-150 кг селитры. И потом по необходимости вносим 100 кг касса, либо в момент кущения, либо в момент выхода в трубку. Мы на протяжении многих лет выращиваем сорт «Скипетр». Нравится нам тем, что он обладает хорошей зимостойкостью, высокой кустистостью. Это очень хорошо отзывается на интенсивные технологии, на удобрения. Нас устраивает, мы уже там, 8 лет его выращиваем. На этом поле норма была снижена до 4 миллионов семян на гектар. При этом мы обычно сеяли всегда 5-5,5, даже до 6. Нам, безусловно, потребовался более мощный протравитель, более мощная защита семян. Мы не первый год, уже второй год используем Vibrance, что позволило там даже при маленькой норме высева раскустить посевы. Сейчас мы видим здесь от 5,5 до 7 миллионов штук колосьев. Ожидания полностью оправдались, всходы раскустились, всходы были защищены. При более развитой корневой системе растения лучше используют удобрения, которые находят в почве, которые мы вносим. Мы стараемся вносить удобрения именно в те стадии, когда формируются элементы продуктивности. То есть это весной, это на кущение, период кущения мы вносим удобрения на формирование колоса. Делали аудит размера колоса, средний размер колоса на 30% больше, чем в прошлом году. Обычно мы начинаем убирать где-то числа 12-15 июля. Сейчас мы видим 15 июля, но там мы, наверное, начнем убирать только через неделю, а может быть даже больше. То есть мы видим, что корневая система работает, влага в почве есть, и растения продолжают наливаться, то есть повышается урожайность. Добрый день, коллеги! Меня зовут Москалев Николай. Я технический эксперт по работе с ключевыми клиентами компании «Сингента» по территории Поволжья. Данную пшеницу семена обрабатывали препаратом Vibrance Integral. Озимая пшеница сформировала мощную соломину и мощный колос. В колосе среднее количество зерен у нас 42 штуки. Количество продуктивных стеблей примерно в среднем 7 миллионов штук на гектар. Благодаря препарату Vibrance Integral прикорневая и корневая зона озимой пшеницы защитилась хорошо от патогенов. Когда у нас влажная, холодная осень, у нас начинают возникать патогены, то есть прикорневые, корневые гнили. Vibrance Integral отлично борется с этими проблемами. Применяйте Vibrance Integral, и у вас обязательно будет хороший урожай.